То Любовь Николаевна так шпарит, смотри. Это натуральная величина. Я вот за ней иду, и туда поспеваю. Чакает. Сегодня 24 апреля 2023 года, понедельник. О, пожалуйста, мы идем к мосту. Вот что значит гимнастика. Что делает, какие чудеса. Ну-ка, на улице Льва Толстого построили. Вот так. Приятно идти. Это Льва Толстого. Толстому это нужно как раз. Пойдем. Сейчас мы тут пройдем. Вот она, Льва Толстого. А это идет у нас Максима Горького. Машин много очень идет. Утро. Ну еще восьми тогда не было вышли. Видите, еще написано. Купеческий особняк. Охраняется государством. Куда же с вами? Вот какой дом. Как он устроен. Два этажа. Ни купца, ни имени, ни фамилии нет. А строят, проверял, как рабочие кладут. Это все так. Больше роста человеческого, как раньше было, пивная бочка, и тоже сидит женщина, видно, в платье. Во! И вино как качает. Это вот все Бердок, какая-то организация, где могут проводить разные банкеты, банкетный зал. Видите, какие на чем зарабатывать, солнечные, зеркальные. Да, банкетный зал. Надо загонять, моя Любовь Николаевна, вон где идет уже. А вот тут мужик сидит, еще тоже расшатывается, пьет. Усы, борода, все есть. Во, но он не живой. Сейчас я голубей тут спазу. Сейчас я покормлю маленько их. Постой тут, прямо не шевелись, я сейчас их позову. О, а их нет, они улетели. Вот они только на карнизе. Вот на карнизе два. Да это два-то мало для меня. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля.
Давайте скорее. Гуля, 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 гуля. Давайте. Давайте. Тут много голубей. Но почему-то сегодня мало. Гуля, 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 гуля. Вот оно что. То ли кто-то накормил их, они улетели. То ли другую кормушку нашли. И все, уходим. Улица съехала. Давай, пошли. Вот он где. А? На дереве гнездо. Вон оно. А, я вижу. Вижу. Это сорока села. Или ворона. А, ворона. Вон она внизу. Ворона. Вон она, ворона. Ну, имя такое. Ворона. Вот так. Вот этот домик стал деревянный. Там тоже еще неизвестно, живут там или нет. Ломают это все, ограда, он тоже сломается. Покупает землю. Деревья все подряд спиливают и строят. Видимо, бюджет на это дает. Была бы машина, знали у кого, то могли бы вот эти остатки дома забрать. А разрешение? Ну, с разрешения, конечно. Вот так. Вот они, видишь, все. Недавно только домик стоял, но низенький такой, деревянный. Расколотили его, все. Вот это какое-то здание, решетки красивые. Их куют здесь. Это священник, хотя с Владимиром из Пикмана. Священник образовал организацию такую, называется «Красный дракон». Посмотрю, подошел к окну. Вот он они. Здесь вода еще стоит. Кран работает. Трудяги люди. Благослови, Господи, чтоб не было несчастного случая. Подойду подальше. Вот какие-то трубы такие. Этот покров. Ну, арматура везде, видать, заливать будет. Раньше там большими били. Баба называется. Но сотрясение. А тут они сделают, и этого не будет. Прокручивают только все. А там мост дальше. Благослови, Господи, всех, и мост сохрани. Чудо Божье. Мы каждый день ходим сюда, молимся, чтобы злые люди не приблизились к этому. А дальше оп, течет. Вон она. Оп. Это работает рядом у нас. Тут купались люди. А говорят, порядок наводят. Видишь, как техника разгружает. Никакие гнилые деревья убирают. Молодцы какие. Вот дворовые насчет этого. Здорово. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Все.